центре Сингапура, а мина валяется на земле. Давай, расскажи ребятам, что все знали. О, ты на голове прыгаешь. Переворачивайся вниз головой, Камиль. Вот так. Ребят, пришли мы в торговый центр, который называется Suntec City. Это один из больших торговых центров Сингапура. Аминка уже пришла в себя. Вот. Ну, пока что он ничем не удивляет нас. Пока он стандартный, такой же, как у нас. Да, все остальные. Смотрите, нарисованы какие-то машинки. Суперпарк. Интересно, где он? Пойдемте посмотрим. Пойдемте. Ну что, Аминка нашла? Аминка помешанная у нас на собачках, и она где она видит? Мам голову вынесла просто. Она говорит, что папа ей в прошлом влоге выбил змею, и она говорит, что это для щенка ее будет. И сейчас она будет покупать тоже собачку. Ну давайте, $2 стоимость этой игрушки сингапурских. Поехали. Ну и все, вот тебе и собачка. Папа вот обещал, тебе вот тебе и щенок. Распаковка прямо на полу. Так, что у тебя здесь? Ух ты, как брелочек, да? Покажи, какая порода, давай посмотрим. Английский дог. Вот такой вот. Смотрите, ребят, что здесь есть в торговом центре. Вот такие вот кабиночки. Это кабиночки, если вдруг тебя эмоции переполняют, хочется поорать, покричать, попеть. Заходишь сюда, закрываешься, включаешь любимый трек и поешь. Можно просто, да, как караоке. Одеваешь наушники. Прикольно придумали, круто. Ребят, ждем приготовления нашего любимого натурального джуса. Orange juice. Крутой аппарат. Те, кто еще не смотрели наш влог, подходишь с телефоном, прислоняешь телефон, либо деньгами, бесконтактный просто платеж и ждешь, пока тебе вот автомат будет делать натуральный сок. Он выжимает его и там вот его запаковывает. Сок готов, кстати, берите. А вот та самая площадка, которую мы увидели в самом начале. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Ну что, ребят, сейчас мы пойдем в эту игровую зону. Она очень огромная и обязательным условием здесь надо покупать вот такие носки. Смотрите, с липучками специальными, чтобы мы не подскользнулись и не упали. Да, мы на липучках будем ходить. Ну что, давайте, сейчас я тоже одену носки и погнали. Так, ну что, первая тропа испытаний, надо подняться по канату. Вот так, вот так, вот так, вот так и скатиться вниз. Ну что, Аминка села на машинку. Сейчас будет в гонке. Давай, папа тоже садится, и Камиль спереди. Все, едем. Аминка, ты как? Давай, догоняй папу. Камиль уже уехал. Че, врезался? В поворот не вписался? Я врезался в тебя. Камильчик уже угнал от меня, срочно его догоняют. Аминка подъехала. Ну что, тебе понравилось на таких машинках кататься? Классно, да? Да. Сейчас мы пришли поиграть в футбол с роботом. Смотрите, вот этот робот, он не дает забить гол. Смотрите, оп. Видите, как бы ты ни пинал этот мячик, робот не дает забить гол. Сейчас Камильчик будет забивать. Давай, Аминка, теперь твоя очередь. Гол! Давай, попытка, но сильно. Оп. Ай. Оп. Поймал твой мячик. Так, друзья, теперь я буду забивать роботу. Поймал. Опять так же поймал! Я думал, что роботу забить намного легко, а на самом деле
Так, для того, чтобы попасть нам на трамплины, нам надо пройти инструктаж. Все понятно. Каминчик с Аминкой уже разминаются. Чтобы не повредить себе ножки, ручки, да? Все, готов? Погнали! Вот, смотрите, ребята, Аминка прыгает здесь на батуте, а здесь она прыгает на мостике, сбивает уточек, рыбок. Давай, давай, видите, маленькая Аминка, вот она. Вот, ты на голове прыгаешь. Переворачивайся вниз головой, Камиль. Вау, все перевернулось. Ты тоже перевернулся. Так, Аминка тебя выиграла. Как тебе игра? Отходи в сторону. Сейчас там. Круто? Да, я проиграл, потому что я очень много там прыгал. А, ну Аминка победила тебя. У нее 400, у тебя 3, по-моему, 600, я уже не помню. Аминка очень старалась, она, знаешь, как прыгала сильно. Вот так. Вот так. Ну что, ребят, я попрыгал, и я заработал 6100 очков. Сейчас я попробую здесь прыгнуть. Да, но только не трудно отсюда выбираться. Да. Тяжеловато. Очень. Летучая мышь, ее надо ловить. Вон она внизу, внизу, Аминка, ты куда полезла? О, да, да, вон она наверх полезла, Камильчик. Лови ее скорее. Так, Аминка решила пройти тропу приключений. Так, это что у нас за летающие тарелки такие? Похоже на доску для серфа. Аминка серфит. Ну, ты прошла прям самую легкую трассу. Так, ну что, Аминка решила пройти теперь на этот раз по сырочку, да? Аккуратно, давай, папа тебе будет помогать. Колечки. Колечки — это тоже еда. Тоже еда? Твои бублики? Ну давай. А сзади там Камильчик вон старается пройти. Камиль, это лава, будь осторожен. Давай, Аминка, отправляйся в путь. Вау, что-то тебя раскачало. Хватай, хватай следующее колечко. Вот, вот. Ты уже прошел? Так быстро? Вот так вот надо выбираться по лаве. Аминка сгорела. Хотели мы, ребят, покататься вот на таких трюковых самокатиках. Вот на таких. Камильчик очень хотел, но, к сожалению, не получилось, потому что у нас у всех вот такие вот тапки, а здесь нужна закрытая обувь в целях безопасности. Но и нам не разрешили. Так, ну что, пришли в такое место, где надо забивать по мишеням мячик и собирать очки. Пинай сильнее, заступать нельзя. Если заступишь за эту линию, проиграем. Вау! Вау, Камиль, ты чуть-чуть не докинул, это самый топовый. Давай, Аминка, пробуй, давай, забивай. Вау! Мимо. И мимо. 500! Yes! Папа 500 забил, круто! Сейчас папа будет играть в бейсбол. Посмотрим, как у него это получится. Все. Это бита настоящая, да. Ого. Все, выходи, а то здесь тебе находиться нельзя. Ну как? Круто.
получилось хорошо отбить. Камильчик решил прокатиться на тарзанке. Страйк! Ну что, сейчас я поеду на ватрушке. Смотрите. Поехали. Чувак.